Знаете, куда мы приехали? Правильно, мы приехали. Пути не толкай. Сейчас будем выкатывать ублюдка на улице. Я ему сделал новый номер. Все, новые железки. Сейчас пойдем повесим. Погодка сегодня у нас мятная конфетка. 0 градусов, куча снега. Надеюсь, выпуск будет интересный. Поедем в ГАИ сейчас. Сделаем из него официально специальный эвакуатор. 690-й день. И бедолага вырвется из этого капкана. Там уже даже двери приросли, что их не открыть. Сейчас, в общем, будет эпичный выезд, наверное. Бедолага мой, скучал по мне, блядь. Ну что, 790-й день, и Вальдемар сел за руль. Так, где он тут, чё? Как ты, друг, работаешь, блядь? Чудес, блядь. Ребята, кто знает, вон. Ох, пушка, коробка, автомат. А, система парашют. Чё у нас с топливом? Топливо тоже, блядь, пенсионер. Чё, можно ехать? Первые шаги. Так. Второй раз в жизни на нем еду. Чё, всё, что ли? Коробка, автомат. Чё там, зеркала на месте? Привычно-то, а? Друзья, я вам скажу. Тачка, конечно, леденец. Ух. Ух. Поедем сейчас. Ну, бедолага, сколько ты стояла, а? 730 тысяч пробега. Но на это можно не смотреть. Мотор здесь полностью новый. Все, Вальдемар эвакуаторщик на тяжелой тачке теперь. Но, к сожалению, не все так хорошо. Еще куча недоделок. Праздник, конечно, я думал, будет у меня. Буду Новый год справлять с бедолагой. Но тут есть сомнения у меня. Сейчас приедем в ГАИ, все осмотрим. Так, всем привет, с вами Димон Черная Молния. Пока Вальдемар цементирует... Блин, вот так, да? Заново. Так, всем привет, с вами Димон Черная Молния. Пока Вальдемар цементирует... Вася. Вася, иди не толкай. Так, всем привет, с вами Димон Черная Молния. Пока Вальдемар цементирует в тазике ноги Васи, иди не толкай, я хотел бы вас поздравить с Новым годом. Пожелать счастья в этом году и чтобы прошлый 2020 год был не таким же ужасным, как у
Вальдемар. Правильно, да? Ужасно или чай? Привет, друзья! На связи Вальдемар. Бля, сейчас. Привет, друзья! На связи Вальдемар. И этот выпуск у нас сегодня будет, наконец-то, финал бедолаги. Ну и, возможно, конечно, не финал. Поставили мы его на учет 3 дня назад. Сегодня у нас 30 декабря. 793 или 794 год. Ой, фу, год, блядь, день. Все, не переключаемся. Поставь сразу лайк, чтобы, ну, не париться, а этот чувак из Казани, поставь дизлайк. Ну, чтоб не менять традиции. Все, погнали. Оператор Димон Черная Молния и Вальдемар приехали забирать машину. Сегодня 31 декабря. Наконец-то с третьей попытки я забираю сегодня бедолагу своего. Сейчас у нас время почти 17:00. И вместо того, что кушать и провожать старый год, я провозился часа 2-3 на подготовке, выезд бедолаги и так далее. Уже с третьей попытки всякие недоделки, подделки и все. Давайте я вам немножечко его покажу. Посмотрите на моего красавца. Итак, спустя 695 дней я забрал автомобиль. Я думаю, серии вы видели многие. Здесь закреплю пару серий. Изначально вообще мое первое видео начал я блогерствовать, так сказать, 29 апреля 2020 года. Ну и, в общем, это дело меня начинает затягивать. Так что всех с наступающим или уже наступившим. Поздравляю, друзья, вас, что этот год тяжелый закончился. Для меня таких 2 года было, если брать еще и бедолагу. Для бедолаги 2. В общем, нужно пойти наливать бокалы и отмечать, отдыхать. И дальше следующий выпуск будет. Мы поедем в сервис, будем проверять по подвеске все, что там много что откручивалось. Закручивалось, нужно с воздухом поиграться на задней оси и так далее. Так что выпуск у нас не последний. Всем спасибо, друзья. Если что, ставьте лайк. Телефоны мои в описании всегда есть, Инстаграм есть. Удачи, друзья. Вам, мне и бедолаге.